я с этой девочкой сажусь, меня выкидывают. Так она там что с поле? Просто там через... Вы меня... Мы, да, сбарзаем. Я подъеду, и мы там... Я вас рассажу. Вы пока просто поприкрываете танк. Я не знаю, правда, сколько, но пока поприкрываете. Мы в городе рассаживаемся или то на север идем, не понимаю? Не, мужик, нет, я тебе дал зеленую метку, 56-я высота, зелененькая, вот двигай. Туда забираешься на гору и чекаешь, там СПН, видишь, поле вражеский спавнится близко. Понял. На сплитах несись, попробуй там занять позицию хорошим. Так, значит... У меня контакт какой-то на севере. Не могу. Гора на 20 стреляли, да? Синяя метка, выстрелы, калаш. Аркин, ты можешь чем сказать? Раз-два, раз-два. Раз-два. Так, я Харкил не слышу, мне надо перезайти сейчас. Анмутнева просто не сбить. У меня в прошлый раз не работал, сейчас попробую. Человек у СП, поэтому это НАшники, НАшники. У них НАшники. То есть над вами летает беспилотник, смущите. Прячьтесь за дома, ребят. Вижу попала. Работа. Где? Над нами где-то? Да, 310. Сейчас выйду на улицу, посмотрю. Парень, трассера заряжаю, смотрите. Давай. Брат, у тебя пока есть. Нихуя не видно. Ни единого трассера нет. Нет, трассера. Просто дай, блин, сбили. Ааа. У меня черное, у меня там облако. Хорош. Восток. Ну, такой, да, более-менее. Что там? Круассан, а у тебя есть обзор на восток? Пик на ком... Немножко. Что там? По ним постреляли, они, походу, зашли обратно в дымах. Не, они сидят на верхушке, двое сидят. Слева от дыма в кустах челюсти. Аба, у тебя очень сильно слышно, прекращай. Реально, Аба, перестань покупать фудить. Вот лендап прям едет на противника наш. Видите лендап? Mm-hmm. Сейчас лендап на противника едет. Да, вижу. Абу бандит. А, нет, это свой чувак. А вот над ними противник. Все, выбили. Сошли. У меня кто-то на юго-западе стреляет. Возможно, там это свои. Свои бегали, я видел. Шайтан, ты вышел? Куда? Вдоль забора ты ходишь? Да. Шайтан, что за метка зеленая? Устья прикрыть надо. Я туда смещусь. Окей. Устья, блять, по-хорошему, да, надо. Я уйду туда, в устья, буду смотреть в вашу сторону. Внимательно сейчас проверь, сразу надо спускаться. Потому что там уже могут. Инфа есть по западным противникам? Не-не, отряд. Ну тут нет домов нормальных. Ты сейчас, Шатан, спускаешься вниз, да? Да, я обратно спускаюсь, там нет никого. Они, видимо, туда уже прошли, на юг успели. Наверное, на юг прошли. Никакой на метке. Это синий Шайтан сможешь снять? Все потом. Чего синий Шайтан? Север, синяя метка. Спех сидит. Шайтан на связи? Да, сейчас. Я заебался бегать на юг, на запад, на восток, блять, на север. Ориентир деревца на
прямо на высоте. Жалко. Да, я помню. Мрак. Мрак, да. Ты тоже должен видеть. Да, я его пытаюсь, не вижу пока. Декем, вам сейчас запада могут подойти противники. Я чекаю запад. Метка актуальная. Борзай, есть противник? Нет, не вижу пока. Следи, там пожалуйста. Там на востоке воюет, вот, где красный. В эфире РБСа погибли, Борзай, у тебя на востоке. Чей пуск у вас в упор? Давай еще пуск. Тут два ТТшника было вроде где-то. Блять, кто-нибудь видит прям на метке Рамзеса на его горе бегает? Да, да, да. Противник, противник. Я выцеливаю. Я готов. Держись там, чувак. Так, ты последний там остался, что ему сложно помогать. Так, Декем, враг. Декем, наверное, давай уже иди сюда, в наши дома. А желательно поближе к моему флажку. Давай, входим. Ну. Так, давайте все переходим на резерв 2. Роня, не переходи. Шайтан, переходи, если придешь к нам. Так тоже не переходи. Повоюйте, если у вас тихо будет, тогда перейдете на резерв. Все остальные на резерв следующий переход. Бронишь это? Да. Вы живы, да? Да. Да? А, ну ладно. Ну короче, когда будете там отступать, если будете, берете, вы так пока воюете. Все, я вас не трогаю.